Trader Joe's. Это магазин, в котором много товаров европейских, да, или откуда они? О, да. Европейских, я правильно говорю? Да, да. Это не владеют немцы. Из Германии? Немецкая семья. А, ну что же, хорошо. Вот пошли в магазин. Скажи, что ты можешь сказать про магазин Trader Joe's? Почему мы сюда ходим вообще? Потому что здесь европейские продукты. Например. Вот из того, что мы покупаем. Здесь органическая курица дешевая. Так, но она не европейская, видимо. Не европейская, но зато шоколад, правда? Шоколад есть? Хороший есть. Так, тут есть, например, коньяк французский недорогой. Ну, я не знаю. Текила хорошая. Текила? Текила хорошая. Ну, это мы начали с европейского. Текила очень хорошая. А закончили текилой. Так. Ну, тут сладости не сладкие, такие, как американские. Так. Они нормальные здесь. Да. Вот, и мороженое здесь есть очень вкусное. То есть, в данном случае мы пришли за мороженое. Да. Да. Да, можно я отойду за мороженое? Давай. Да. Вот, тут много вин. А в частности, есть вина экзотические. Например, здесь можно купить вина из Венгрии. Вот если кто-то из нас по старой памяти, как я, например, помню. Вот, а так, просто большой магазин, в котором есть и молочные товары, и мясные продукты. Здесь много замороженного. Вообще, люди, которые живут в Америке, наши соотечественники, они все, или почти все, так или иначе, ходят иногда в Trader Joe's, просто потому, что здесь есть такой непереслащенный шоколад, действительно. И вот, например, смотрите, вот стоят такие коробочки, да, и тут орешки в шоколаде, изюм в шоколаде. Вот ведь мы попали в нужное место, в нужную секцию. Вот они все красавцы. Когда-то здесь продавались такие громадные шоколадки. А вон они лежат, сейчас я покажу. Так, ну-ка пошли. Ну-ка пошли. Вот здоровенные шоколадки. Они по 500 грамм. Вот, вот несколько разных типов. Видите, вот эти вот с орешками миндальными. Это молочный, тоже с миндальными. Это молочный. Не поймешь чего. Это бельгийское все. Это шоколад бельгийский. Вот они. Почем вещь? Пятерку стоит. Вот этот, значит, полкило шоколада стоит. Пятерку. Судя по тому, что здесь написано. А вот чоколад чипс. Это для кондитерских потребностей. А вот тут ниже мороженое. Видите, вот у нас Светлана с нашими гостями смотрит на мороженое. Да, мороженое очень вкусное, я подтверждаю. То есть то мороженое, которое здесь можно купить, в других местах, может быть, и не купишь. Или особо не купишь. Вот, пожалуйста, клюква в шоколаде, блюбери в шоколаде, вишня в шоколаде. В общем, есть чем поживиться. Очень рекомендую всем вот этот коньячок Клод Шательер за 20-ку. Очень классный, просто нет слов. Вот, ну тут много всего, я так уж из того, что мы сами употребляем. И вот этот неплохой тоже, за 13 долларов. Ананасики трудно назвать европейскими, это наши, гавайские, по 3 штука. А это такое место для детей, пиратское, можно сказать, где они могут взять конфетку бесплатно. Вот видите, записано. И детки говорят, тут вам вот конфетки дают. Это kid only. Говорят, взрослые, чтобы тут не питались. Вообще, магазин на самом деле нельзя назвать каким-то дешевым. Это будет неправда. Но очень многие вещи здесь как бы и по цене, и по, ну, не знаю, как сказать, по возможности быть купленным. Как бы это делает этот магазин уникальным.